Продолжаю играть за Мюнстер. Так. Как я и предполагал, татары отошли от Казани. Здесь 4 армии. Надо будет сразиться. Сколько их тут? 9 тысяч. Это 10. 10. Ну, почти 10-300. Так, 10, нет, не 10. 10 и 700. 11 тысяч всего. А у меня 7. Ну, почти 8. А ну попробую отойти. Может, они погонятся еще дальше, отойдут. Мне как-то не важно это сражение, мне главное Казань захватить. Поэтому можно и отойти. Без потерь. Так. Всю армию сюда. И смело отступаем. Да, генерал вернулся. Подкрепления идут. Эх. Не успел. Придется все армии так командовать отступление. Все равно. Отступлю. Я думаю, что это они туда-сюда бегают, они тут перемешиваются просто.
Ладно, пусть заходят потихоньку. Подождем, мы тут что-то застряли некоторые. Быстрей, быстрей. Понятно, что такое случилось. Это из прибывших или отступивших. Где еще? Потеряно 3 только. Ну и хорошо. Наверное, в давке кого-то придавили. А, такие у них 3. Тринадцать. Кого они там убили, непонятно. Ладно. Отступаем, отступаем, отступаем. Так, хорошо.
Эти войска должны остаться здесь, татарские. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Там и три больших. Четыре маленьких. Не, шесть. Так. Армия разгромлена где? Это здесь. Хорошо. Пусть будет так. Сейчас флот надо уничтожить этот. Так, сюда можно. Ну кто, их никто не достанет больше. Так, сюда достанет. Ай. Топим. Сюда на ремонт. Так, здесь отремонтируем. И порт надо для торговли отремонтировать. Здесь пока порядок. Так, теперь к татарам вернемся. Все равно их здесь много. Подводим подкрепление поближе. Сможем мы напасть? Смогли. Вот так. Много армии просто не выдержит компьютер. У меня столько сражения. Есть. А здесь и порядок. Так, теперь. Ух ты, сколько русских войск. Так, та армия пусть там. Раз, два и три. Северный Кавказ далеко. Так, теперь с испанцами. Ой. Все равно бунтовать будут, придется отойти. Так. А, здесь пройти нельзя из-за реки. Хорошо. Стойте здесь на мосту. Так, а вот здесь. Раз, два, три и четыре.
4. Нет. Так. Подходим. Так, подкрепление сюда. Так, уже кое-что. Здесь порядок. Здесь мы их не выпустим. Так, хорошо. Мы Британию разбить, деньги бы пошли, так отвлекают все время. С Испанией труднее, тут оказывается войск слишком много в Милане. Пусть тут стоит армия. Так, подкрепление сюда. Так, это торгует. Так, ну тут нет никого, кто бы мешал. Так, все войска, которые есть сюда. Здесь еще непорядок. Генерал, давай сюда, генерал. А, и здесь генерал. Так, пусть тогда в Берлине побудет. Хотя сюда как раз генерал нужен. Так, здесь их 5, а тут 4. Так, и генерал конкретно сюда. Вот как раз. Чуть-чуть назад, чтобы эта армия как подкрепление была. В Берлине тоже порядок. Так. Флот. Иди сюда, флот. Так, а где у меня торговля? Вот здесь, Мозамбикский пролив. Так, рабы все равно дороже стоят. Дороже всех. Давай сюда. Не помню уже, где там. Здесь 4 корабля. А здесь 1, 2, 3, 4. А здесь тоже 4.
Вот здесь уже флейты есть, и да еще военный корабль защитят. Ладно. Все так пусть будет. В Пьемонте, да, в Пьемонте. А порядка тут никакого что-то. А нанять тоже никого нельзя. Его разрушу. Так. Ага, уже немного лучше. Сюда подкрепления будут. Так, еще можно. Так, не вижу. Так, две армии есть. А вот здесь есть проход. Это не на границе, понятно. Здесь река, значит, вот сюда надо вести, вот на мост. В случае чего здесь будем держать оборону. Так, хорошо. Пусть ремонтируется. Потеряно, ну да, флейт построен. Так, где-то еще вот корабли. Так, порядок. Значит, здесь удержим. Давай сюда. Надо к этому Армении поближе войска пододвинуть. Так и здесь же турки. Надо бы пушки нанять. Так, здесь уже порядок. Или вот так как-то. Так. Что я там еще хотел? Так, денег нет на восстановление и на ремонт. Все равно корабли еще не дошли. Эх. Никто не достанет. Эх, потопить бы эту армию. Так, особенность, стоп, забастовка, Пьемонт, это я видел.
Крымские татары разгромлены, захвачены. Так. Все вроде. Die Flotte ist verloren! Так, двигается пока.
Опять на турецком флаге зависло. Ну ладно. Продолжение будет в следующей серии.